Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. Это видео я посвящаю песне группы Алиса «Плач». Ну, смысл здесь такой, что мы играем один в один вступление. Это само вступление. Заказал мне эту песню мой дорогой подписчик. Вот имя его вы увидите в левом верхнем углу. Ролик заказной. Естественно, потом я тоже покажу, какие аккорды у этой песни. Ну, вступление, конечно, шикарное. Вот здесь сама песня играется в тональности GM, соль минор. Вот, аккорды разберем обязательно. Итак, поехали. Вступление. Первый аккорд. Вступление играется на двух аккордах. Оно довольно-таки несложное, но очень-очень красивое. Значит, мы зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую, ой, на первом, на третьем ладу, вторую струну на третьем ладу и четвертую на пятом. У нас получается первый аккорд, вторая на третьем, четвертая на пятом. Все, готово. Вот такой аккорд с открытой третьей струной. Дальше мы играем четвертую струну, вторую, третью. Дальше мы вот эту фигуру сдвигаем влево на два лада, таким образом, чтобы у нас вторая струна была на первом ладу, четвертая струна на третьем. Это будет второй аккорд. Здесь мы сыграем четвертую, третью, вторую, третью, четвертую. Четыре, три, два, три, четыре. Все, у нас уже получилось две фразы. Два аккорда. Первый аккорд. Еще разок. Четыре, два, три. Четыре, три, два, три, четыре. Еще разок. Еще. И опять возвращаемся на первый аккорд. Это будет третья фраза. Она будет немножко отличаться от той первой фразы, которую мы играли на этом аккорде. Вторая на третьем, четвертая на пятом. Здесь мы сыграем так же, как на том аккорде. Четвертая, третья, вторая, третья. Четвертая, третья, вторая, третья. Это была третья фраза. Дальше мы сдвигаем вот этот палец. У нас будет четвертая на третьем, и все. Мы играем эту четвертую на третьем. Ну, правда, можно сразу зажать третью на втором, потому что мы ее тоже играем. То есть здесь мы зажимаем четвертую на третьем и третью на втором. Мы играем четвертую на третьем, третью на втором. И мизинцем, желательно не отпуская третий палец, делаем легато мизинцем по третьей струне, по третьему ладу. То есть мы третью дернули на втором, потом мизинцем ударяем по третьей струне, по третьему ладу. И вот потом нам надо уже будет сыграть. Ударили по третьей, по третьему ладу. Дальше отсыпаем мизинец, третья на втором. Мы ее дергаем медиатором и играем четвертую на третьем. Это будет четвертая фраза. Давайте медленнее сыграю. Четвертая, третья на втором, легато на третью, на третьем. Третья на втором и четвертая на третьем. Четвертая, третья на втором, легато на третью, на третьем. Третья на втором и четвертая на третьем. Все готово.
То есть, как вы поняли, у нас само вступление состоит из четырех частей. Первая. Вторая. Третья. И четвертая. Все. Очень такое кочевое, конечно, вступление, обалденная песня. Все, больше там ничего нет. И вот это играется, по-моему, раз в 8, может быть, даже больше. Ну, в общем, сколько захотите. Все. Еще разок поиграю. Первая фраза. Вторая. Третья. Четвертая. Вот получилось такое вступление. Тренируйтесь, учите. На этом все. Не хочу длинный ролик. YouTube не любит длинный ролик. Ну и так далее. Большое спасибо за просмотр. Будет продолжение обязательно. Тренируйтесь, у вас обязательно все получится.